Фотографии вещей крупным планом, которые мы видим каждый день, но не под таким углом. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Бигуди, и пора завивать свои извилины. Фотограф, который известен в Инстаграме под ником Пьяник, создал проект под названием «Удивительные миры» – Amazing Worlds, который показывает детали нашей повседневной жизни с новой точки зрения. Объекты и еда захватываются макрообъективами и превращаются в совершенно удивительные изображения. Эти фотографии показывают сложность вещей, преувеличение и новый способ их увидеть. Детали впечатляют и незаметны невооруженным глазом. Вот так выглядит кристалл белого сахара. Сначала можно подумать, что это какой-то ограненный алмаз. А это шоколадное печенье. Издалека можно поверить, что это какая-то черепица на крыше. Стальная губка. Если честно, я подумал, что это какие-то металлические запчасти или просто какой-то металлолом. Выглядит реально красиво. А это книжные страницы. Они выглядят как какой-то свитер, который связала нам бабушка с любовью. А эти цветочки не что иное, как хлебная плесень. Да, выглядит классно. Зубчатый нож. Сначала можно подумать, что это какой-то ключ или какая-то шестеренка. Но нет, это нож. Мыльная пена. Выглядит как какая-то мозаика из стекла. А это обычная сигарета. Ребята, не надо курить, это очень-очень вредно. Но выглядит она все равно красиво. Да, выглядит не очень аппетитно, но это бургер. А так выглядит кофейное зернышко. Вот эти вот скопления пластика и всяких нитей – это текстильная застежка-липучка. А это кисть. Сначала можно было подумать, что это какой-то мазок краской, но нет, это кисть. Тоже выглядит неаппетитно, но их вы употребляете часто. Это картофельные чипсы. А это чайный пакетик, больше похож на синтепон. Обычный пляжный камень. А это благовоние. Так выглядит губная помада. Похоже, как будто старая-старая вещь, покрашенная масляной краской. Это пишущий элемент маркера. Выглядит, как будто какая-то губка. Ну да, вот речь зашла и о губках. Это кухонная губка. Похоже на какой-то пластик, но нет, это спагетти. Плодоножка яблока. Выглядит не очень аппетитно, и все ее отковыривают и выбрасывают. Но это вы все узнали, это спичка. А вот кукурузные хлопья выглядят уже гораздо круче. А это гофрокартон. Могу поспорить, что в таком ракурсе вы шариковую ручку ни разу не видели. Ребята, я думаю, вам понравилось такое видео. Пишите свои комментарии, какая фотография удивила вас больше всего. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И до встречи, ребята!